Так, вот аппаратик загрузился, вышел в готовность. И печать отчетов. Вот такая вот страничка хорошая. В принципе, хорошо работает. В принципе, хорошо работает, но не тут-то было. Начинаем его дальше гонять. Можно подключить по USB и что-то печатать. Ну, давайте погоняем дальше его тестами. Не тестами, а отчетами. О, звук. Все. Мощный такой звук вышел. Вот еще раз попробуем его поймать. Опа! Такой мощный звук. Изображение иначе и ничего так, но жужжание ускоряется просто. И бумагу выплевывает, и получается джам. Вот. Изображение хорошее, но бумага замятая. Все сказали, нужно менять плату форматора. Вот она виновата данной проблеме.